Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролеплей Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте моник при регистрации. Так, пацаны, сегодня мы поедем в казино. А для чего? А для того, чтобы сыграть на 30 тысяч фишек, пацаны, да, вот так вот я решил снять такой контент, так сказать, на 30 тысяч фишек сыграть, короче. Я думаю, это будет довольно-таки круто, давайте пропустим приору. Да, мне там подписчик просил привет передать, давайте посмотрим. Так, пожидаешь денег. Ну, приезжай к казино, дам денег. Так, передаю привет, короче, подписчику Матвей Завалов. Все, я написал ему, если хочет, он деньги просит, короче, если хочет, пусть подъезжает к казино непосредственно. Сейчас мы едем туда, но... Перед этим мы, наверное, остановимся сейчас. Так, отъедем от чувака, опасно на приоре, потому что, пацаны, черная приора — это не к добру всегда. Так, короче, пишем команду MM. Потом пишем ежедневная рулетка. У меня их всего 5 штук. Поэтому бронзовая. Все, крутим рулетки. Посмотрим, что она выпадет. У нас остается 4 рулетки. Серичка будет такая насыщенная. На 30 тысяч фишек, пацаны, сыграем. Да, у меня останется 2 миллиона, но почему бы не рискнуть? Ну, останется 2 миллиона, если я проебу эти деньги. Но если там будут люди, какие будут в карты играть, то, возможно, я даже и поднимусь. Довольно-таки неплохо. Потому что в карты я довольно-таки хорошо играю, что в игре, что и в жизни. Точнее, если я в игре хорошо играю, понятно... Точнее, если я в жизни хорошо играю, понятное дело, что и в игре тоже можно хорошо играть. Так, нам подъезжает черная приора, блядь. Что-то мне прям стрёмненько, знаете... Сейчас у меня стрелять будет, да? 8 тысяч мне выпадает, короче. Так, что-то мне не нравится то, что он возле нас стоит, но... Хз, короче. Так, одна из пиха в основном падает. У нас остается последняя вот рулетка. Мы крутим последнюю, короче. И можно спокойно таки ехать уже в казино. Так, крутится рулеточка, и нам выпадает какая-то из пиха. Лучше бы деньги выпали, на самом деле. Да, экспиха упадает. Что-то до хрена, конечно, экспихи. Так, давайте я пока заберу, давай, эти призы все заберем, короче. Так, интеррулетки. Так, экспихи, да, экспихи. Раз, забираем. Так, экспихи, экспихи еще забираем. Так, у нас еще 2 экспихи. По 4. Так, инвентарь. Так, и одна экспиха 8 еще есть. Ну, блин, и, конечно, на халяву, пацаны, это круто, но все же хотелось, чтобы хотя бы деньги какие-то выпали нормальные. Ну да ладно, все, короче, заводим двигатель и поехали в казино. Этот мост очень нравится, такой классный его сделали, этот мостик такой, блин, можно здесь и погонять, в принципе, он такой ровный, а не как на другом кое-каком проекте. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. На котором едешь, и там машину просто, блядь, в щи разбиваешь, и все, от нее ничего не остается. А здесь, в принципе, можно спокойно проехать. Так, сейчас, наверное, немного, чуть-чуть совсем нарушим, чтобы мне не обижать через Анашан. Я боюсь, что у меня ничего не крашнуло, на самом деле. Так, давайте, вот я по Бурику так проеду, надеюсь, меня не посадят, пожалуйста. У меня советская техника, я думаю, мне можно так сделать. Близ. Так. Надеюсь, все-таки меня никто не спалил, и мы спокойно доедем до казино. Ох, как пацанчик, как на дискотеку приехал на своем Юпитере 5. Эх, вот это я понимаю. На казино приезжать, на Скайлайнах, на Феррари, на Поршах. А я на Юпитере 5, на Ижачке. Вот это я понимаю, вот эта тема. Вот эта тема просто. Все, погнали в казино. Будем играть на 30 тысяч фишек, пацаны. 30 тысяч. 30 тысяч. Так. Раз покупаем. Потом. 2. 3. 4. 5. И вот так вот. Скриншотик делаем. Все, заебись. У нас есть 30 тысяч фишек. И мы идем играть.
Так, где тут лучше все поиграть? Так, здесь тоже крупье, короче. Так, посмотри ставки. Давайте на 5000 сразу просто залетаем, блин. И играем, пробуем. Так, у меня 2,4 выпало. 2,5. Хорошо, похую. Еще раз. Так, маленькие ставки. Еще раз на 5000, давай. Так, 3,3. 5,5. Ну, по-любому я проебал, да? 3,3 выпало. Ну, уже минус 10 тысяч фишек, пацаны, кто не в курсе. Так, давайте на косарик разбавим немного, потому что, блин, жестко как-то мы сливаемся, уже минус лям просто, чтобы понимали. Просто, блядь, минус лям. 6,1 у меня выпало. Блядь, 6,5 выпало, да ну нахуй, пиздец. Вы понимаете, просто выпало 6,5, пацаны. Давайте еще раз на 5000 фишек сыграем. 6,3 выпало. 3,3. 2,2. Да ебалось, ебать, просто. Я ебал. Просто минус, блядь, бабло. Просто уже минус, блядь, почти 2 ляма. Серьезно. Блядь, я в шоке. Три шесть выпало. 5,3. Да ну нахуй, блядь. Я просто слил все деньги, серьезно? Вот я ж, сука, ненавижу эту игру, реально. Я просто ненавижу эту игру. Вот именно эти кости, блядь, в карты я просто бы выебал бы на изи любого просто. Сколько у меня осталось фишек? Давайте посмотрим. 9000 фишек осталось. Ну окей. Давайте, похуй. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ох, неужели я, блядь, победил? Ёб твою налево. Неужели это свершилось, блядь? Пиздец. Ну серьезно, блин, ну чё в карты никто не любит играть? Так, я не буду борщить, короче. Давайте на косарик сыграем. 3,6. Я выиграл, да? Блядь, чё так переть начало, типа? Так, окей, давайте. Капон, не, с капон играть не хочу, какой-то еблан. Так, 5,5 выпало. Да не, я его не переплюну. 5,5 это уже, блядь, проебал, называется. 5,3. Ну да, в принципе. Называется проебал просто. Вот как это называется, блин. То перло мне, то не вперед. Так, давайте, 5000. Пусть с ним сыграем, с этим компоном. 4,4, так. 1,5. Пожалуйста, выпали. 6,2. Есть, да? Ничья. Да ну нахуй, блядь, вы что, ебанулись? Посмотреть. Так, 800, давайте. Я хочу на 800 хотя бы. Так, ну же. 1,2. 1,3. Да ну нахуй, блядь. Пиздец. 20 рублей хуйня. Вообще нету заявок, блядь. Сколько у меня фишек вообще осталось? Можно, пожалуйста? 9000 обратно. Да ну нахуй. Давай, ёпта, похуй. Уже сливаться так до конца, блядь, просто. Минус 5000 обратно. Сука, просто ебал это казино, реально. Просто ебал. Ебал, с большой буквы просто. Ай, давай на 200 хотя бы ебанем, хуй с ним. Хоть на что-то, блядь. Я просто в ахуе. 1,5, 2,2. Четыре с половиной тысячи. Бля, пацаны, с вашего позволения, я, пожалуй, съебусь. Потому что вы сами видите, что, блядь, мне здесь не везет. Мне, блядь, здесь просто не везет. Так, забираем фишки. Ой, что я, блядь, делаю? Куда тебя принять, ёпта? Так. По 100 тысяч. А, фан-меню, давайте фан-меню. Управление, пригласить семью, 310. Все, так, идем дальше. Да, просто проебать
столько денег, пацаны. Только я так могу. Ну все ради вас, пацаны, все ради контента, в принципе. Поэтому я думал, блять, эта серия по-любому заслуживает лайка, пацаны. Обязательно поставьте лайк просто, чтобы я знал, что все это было не зря, в принципе, то, что я проебал. Сколько получается? 2,5 миллиона я проебал, даже больше. Поэтому обязательно ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.